номер 13. Ну все, всем привет еще раз. Второй тайм матча между Металлургом и Алкомом. Идет. С одной замены начали команды второй тайм. В нашей команде появился Денис Исаев вместо Николая Яшина. У Нижнего Новгорода замена после первого тайма нет. Для тех, кто недавно присоединился, напомню, что счет 0-0. Были опасные моменты, что у нашей команды, что у команды ЛКОМ. Правда, опять же, с нашей помощью. Так что нас должен ждать веселый второй тайм. И вот сразу достаточно опасный удар. Жабарин Артем. Это бил, пробил немножко мимо ворот, но очень близко к цели. Первый тайм, тем более, я рассказывал, что команды прошлый раз между собой дважды встречались, два поединка были упорными, интересными, все события там разворачивались во втором тайме. Надеюсь, и в этом матче мы с вами видим голы, тоже поединок достаточно, получится достаточно интересным. Косоногов там неплохо корпусом оттеснил крайнего защитника и зарабатывает угловой. Нас может ожидать опасный момент. Боулин долго вводится с мячом, не может он подобрать ногу, с которой будет бить. Жестко действует Тёщин. Нарушает правила. Не должен опять Тёщин нарушать правил. Денис Исаев там на бровочке. Удалось ему отбить мяч. Правда, быстро кого-то наш потеряла. Долго второе. Нет, офсайд у Ремезова. Долго он не может придумать, что делать. Ты что встаешь-то? Слышь ты, блядь. Еще пока комментарий немножко не втянулся в матч. А сейчас очень интересный был момент, конечно. Один на один выходил Ремезов. Сразу не стал бить, пытался обыграть вратаря, не получилось. Потом решил отдать на Косоногова. Тут решил подставиться, как какая-то пенальти. Знаете, правда, тут не получилось заработать. Ну вот, ненавидеть, что самый опасный момент и был. Если бы болельщик извлекся, то
немножко расскажу про холодную помпу. Куститесь, блядь! На самом деле, я сам не прям уж много информации знаю. Команда молодая. Ну подожди! Команда не прям уж очень много забивающая, как, например, тот же молодой коллектив из Дзержинска, который действует чуть получше. Даже маленько в них футбольным полем очень много эмоций уплескивается и у футболистов, и у тренерского штаба. Уилком 4 на данный момент балла в таблице. Победили они Саров и сыграли еще из Дзержинска. Однако количество баллов в чемпионате, думаю, не играет сильной роли. Учитывая то, что команда молодая, она может как и выигрывать матчи, так и проигрывать их. Непредсказуемо. Да и поле, ну и поле. Целый день у нас ведь идет дождь. Почти не прекращается. Не прям ливень, конечно, но поле от этого не менее скользкое. Тоже будет носить свои коррективы в это. Кто тебе говорит, блядь, играй по мячу! Игрока! Не посередину, не его! Долго тянут со сбрасыванием аута. Сгородцы. Вот не точно получилось передача на голкипера. И в одно касание выбивает мяч за боковую линию. Что не есть, наверное, правильное решение в чуть-чуть поле. Не точно передачу. Тоже, в свою очередь, тоже достаточно не самая лучшая позиция в таблице, на 7-м месте делал. Последние два матча проиграли достаточно плохо. В этом матче, конечно, стоит выбирать очки. В группе ВКонтакте футбол КНН перед каждым матчем даются прогнозы экспертами нижегородского футбола. Так вот, эксперты в большинстве своем предрекали победу Металлургу в этом матче. Лишь один, насколько я помню, поставил ничью. Ноль-ноль счет. 55-я минута матча. Больше футболиста Нижнего владеет мячом. Правда, это не особо сильно помогает. Головой подрабатывает футболиста голубых майков.
начал Крошкин играть на выходе. Много-много споров. Слышу еще одна желтая карточка. Тяжело было разобраться, кому именно достала желтую карточку. Раз там несколько футболистов побежали в оборону. Но это уже третья желтая карточка в матче. Первые две еще получили в самом начале. Футболисты. Это красный, Рэд, красный! Бьет, Рэд! Еще одна пауза в матче, много остановок. Почему твой нападающий туда идет за мячом, а ты сзади остаешься? Иди до конца за ним. Но еще раз, конечно, стоит отметить, что так много остановок еще из-за поля. Поле меньшего размера, что значит компактнее, что значит количество футболистов на квадратный метр увеличивается, больше плотности, больше борьбы и много выходит мяч за пределы поля. Дальний удар. Исполнение полузащитника Нижнего. Подбор за Нижним. И какой мяч! Какой точно удар получился там по бильярдному. Я думаю, вы вместе со мной могли наблюдать за этим ударом, как он прям точно нырнул в дальний угол. Блин, вроде поставил на этот. Даже стоит. Но не беспокоит, все равно видит время. Просто не знаю, сейчас прошу прощения за технические повадки, поскольку трансляция ведется с мобильного телефона, то любой звонок на этот самый телефон приостанавливает трансляцию. По этой причине первый раз у нас неполадочка, надеюсь, больше такого не повторится. Ну, прошло не так много времени, с того момента, как трансляция завершилась. Ну, только больше борьбы стало. Да, спасибо. Один раунд впереди, команда Луком. Так я из неполадки пропустилка забил. Этот замечательный дальний удар, кто сделал. Один макар.
конечно, получил с помощью. По-моему, если не ошибаюсь, 115 номер. Жабарин. Артем. Уважаемый пользователь, вы можете кто-то есть, кто сбил? Кто что-то меня смотрит из Нижнего? Буду рад, если вы упадете, если вы заметите, кто не задел точно. Но это в свою очередь сделает матч интересным, поскольку фаворит здесь Металлург идет выше в таблице, однако проигрывает он сейчас 1-0, если для тех, кто недавно подключился. Только сказал, что 1-0 идет команда из Нижнего. Вообще-то тут как команда. Кстати, пока слышал, что Алексей Баланин готовится выйти на поле. Вот мысль такая. Очень много атакует с помощью дальних передач. Вот прямое там вот доказательство. А учитывая то, что команда проигрывает, больше сил отправить вперед. А учитывая молодую команду, она этим может вполне и воспользоваться. Так вполне может быть и кажется не готова. К осаде своих ворот. Ну да ладно, думаю, мы должны на поле все это видеть, там вот разговаривать, еще до этого всего. Уже разбираем игроков! Угловой зарабатывает команда Залетин. И 1-1. Совершенно один оказался Владимир Фимин в центре вратарской. Непонятно, как это получилось. Ты выйди, забери это, и сравниваем счет 1-1. Выйди, забери, блядь, а! По вратарской тебе, блядь, бьют, блядь! Вот то же самое говорит Фимин. Команды. Полетаю, Сергей Николаевич. Как же так? Ну да, действительно. Фимин оказался буквально один. В центре вратаря. Да, Вова действительно молодец, оказался в нужное время в нужном месте. Главный спек продолжает в том же духе. Дима, Дим, замена! Замена! Не бог! Дима! В нашей команде вторая замена. Вместо Алексея Небрюсина на поле выходит Алексей Баландин. В составе команды «Металлург» произошла замена. Алексей Небрюсин, номер 1. 1-1 счет в матче. Играет Алексей Баландин. Сравнение с Черданцем мне не очень нравится. Ну да ладно. Как раз вот Алексей оказывается с мячом. Дает передачу на Баулиной. Целых два футболиста были справа. Совершенно одни. Да это уж тебе выбирать, а не мне. Кем ты меня видишь? Падает Ремезов и пенальти. Желтую карточку получает. Пусть будет расставлен. Вторая, желтая, красная. В меньшинстве остается руком
Нижний Новгород. Как раз я говорил про предупреждение в первом тайме. Напомню, получился, наверное, не то, что на ровном месте, но не совсем обязательное предупреждение было. И вот сейчас Римезов грамотно подставляется. Эту карточку удален игрок Элком Александр Молев, номер 14. Куда ты бегом? Вы уже все сделали, блядь, для них. Толчок опорный, Саня, 4, 3, Макар, Север, 1, Астрин. Рыжий. Подожди, подожди, Замен, Рэп. Рэп. Рыжий. Так, у нас заминка. Сразу у нас замена после удаления. На поле вот уходит Степанов Никита. Алексей Косоногов у мяча. Готовится он пробить пенальти. Мы давно ждем свистка. Вот он. И не забывает Алексей Косоногов. Вот от кого, от Косоногова не ожидал такого исполнения пенальти. Футболист с опытом, Алексей. Молодой вот так прочитал. Алексей угадал направление. Мне как болельщику «Металлурга» это не очень нравится, то, что команда сейчас не забила. Но как обычный зритель, это безусловно должно добавить изюминки. Насколько я помню, это вторая должна была быть желтая карточка. Если не ошибаюсь, Ехин, по-моему, получал в первом тайме предупреждение. Сейчас, видимо, зарядил в оценку именно. Пожалел сейчас судья. Не совсем, я понимаю, решение судьи. Если в моменте с пенальти можно было бы, наверное, не показывать желтую карточку, то сейчас за удар локтем стоило бы показать желтую, соответственно, вторую и красную. Ну ладно, это все на усмотрение судьи. Передача назад, выйдите, блядь, из штрафной. По глубину атаки им создаете, блядь. Они им стоят там, пробивают с места. Шел. Мяч играйте. Слушай, сейчас вместе с Лукомом установку тренера. А игра-то действительно с вами пошла поинтереснее. Не забито пенальти. 1-1 удаление. Вот посмотрим на команду «Металлург», как он действует при позиционных атаках. А теперь посмотрим, как наша команда обороняется в контратаках. Контратаки. Еще один опасный мог быть эпизод на вратаре. Драма тут действует. На данную секунду, наверное, можно назвать его MVP матча. Идем, Будем выражаться ближе, Марочка, ближе. Американской терминологии. Ну, действительно, уверенно, более-менее играет голкипер. Потащил пенальти. Думаю, на его ворот еще будет много атак. Прыгни!
Косоногов как-то получилось у него. Иди, блядь! Иди до него! Иди до конца, Исай, не вставай, блядь! Да куда, блядь? 71-й минута матч, напомню, что счет 1-1. Играют на Фоке Буташов Арена. Для тех, кто, видимо, смотрит трансляцию не из Выкса, подскажу, что это новая арена у нас в городе. Металлург находится сейчас в аварийном состоянии, поэтому играем здесь. Построена она недавно. Ну, я думаю, стоит переключиться лучше на игру. Иди на мяч! Ты что стоишь? Иван Тарасов вот не смог укротить мяч, посланный Владимиром Фименом. Не ожидал, наверное, что дойдет мяч до него. Никто из нападающих не заденет мяч. Бауль неплохо. Неплохо у него получилось сохранить мяч. И зарабатываем очередной стандарт. Учитывая, что первый мяч был забит с углового. И на выходе здорово действует голкипер. Начать атаку. Еще одна замена. Капитана убрали с поля. Макаров Егор ушел. А на поле вышел седьмой номер. Не могу это разобрать, как именно. Левицкас. Рассказывает Левицкас. Никита. Давайте. Тющин получает предупреждение, наверное, не самое нужное. Больше, наверное, за эмоции после нарушения. И пауза на полминуты. На пользу, безусловно, Нижнему Новгороду. Думаю, для них ничья в матче будет хорошим результатом. Хотя, конечно, они вели в счете 1-0, но учитывая то, что произошло потом, ничья, думаю, их сейчас будет устраивать. Металлургу, безусловно, нужно играть на победу. Тарасов неплохо простреливал для Баландина. Баландин не получилось у него подставить ногу. А вот эти контратаки от Лукома могут быть достаточно опасными. Много футболистов им для этого не нужно. Ребята все, думаю, скоростные. И еще один стандарт заработал. Лукум. Куда?
Алексеев! Добивание! Добивание, ребят! Еще выйти! Без нравится. Ваши футболисты нежно, прямым ударом. Прими, прими, били. Теперь так справа. Баландин. Близок он к потере мяча и. Какой-то там прям непонятной ситуации. Агеймов за секунду до удара подскользнулся, потом удалось ему пробить ворота, но дал кикер. Все увереннее играет в ворота. Уже, возможно, поймал пенальти в матч. Все-таки пенальти отбил. И сейчас пару раз неплохо действовал. Поскольку вратарь больше всех зависит от именно психологической составляющей. Он может в одиночку спасти команду. Сразу начинает перформанс Дефея. Больше 10 сейвов. Думаю, Епифан, конечно, не Дефея, но подобное может можно произойти. Степа, сужай, ну ближе к середине, потом ты в догонялке будешь с ними играть. А в матче-то остался чуть больше 10 минут, 79-й минут идет в матче. Кого что это было? Совсем немного осталось продержаться. Полкову. Очень много мяч. Там одной команде приходит к другой. Еще один угловой будет исполнять Дмитрий Баулин. Буквально около ленточки ходит. Залет догнал мяч. Такой же счет по-прежнему 1-1. Нет офсайда. И Трошкин ногами на выходе играет. А офсайд попадает Баландин. Плюс еще и остановка в матче. Иван там вновь лежит на газоне. Ну, думаю, в таком внутреннем газоне не самый приятный действует валяться на газоне. Ну, Иван, видимо, посчитал так же, поэтому быстро продолжается игра. Куташов вновь не нужно нарушение правил. Не в плане того, что команда не смогла отнять мяч. Не что у соперника штрафной, а не остановит паузу. Сейчас пока там минут секунд 15-20. Тут мяч устанавливается, пока вот еще атака как раз. У нижнего. Блять, не пошел! Нет! Здесь действует фигура, атака в мяч.
Ай, блядь. Теперь здесь опасный эпизод разворачивается. Много-много борьбы. Прямо буквально уже вместе с футболистами чувствую, что градус игры накаляется. Ребята из Нижнего молодые, они играют просто в футбол. Собирается меня удерживает ничейный результат, не боятся идти в атаку. И зарабатывают опасную штрафную, метров там 25 до ворот. Слышал это от тренера, что кто-то должен пробежать, кто-то должен пробить. Посмотрим, будет разыгран штрафной минут так или нет. Три футболиста мяча. Ну, вообще не точно удар получился. Замена! Замена! Алексей Наумов вышел на поле вместо Алексея Косоногова. Алексей Наумов, номер 6. Баулин отыгрывается в стеночку с Тарасовым. Штрафной получает мяч Баландин. В одно касание. Столивары играют. И еще одна остановка в матче. Офсайд. В офсайде оказался Баландин. Алексей Баландин не самый удачный ход в матч. От него еще одна пауза. Слышу, что тренер готовит, рассказывает футболисту пробить к воротам. Ну где-то 35 метров до ворот. Учитывая, что длина поля на Баташове 90. Ну тут даже было сильно футбольно, так, наверное, в рубе на ворота. Ниже, пацаны, ниже! 1-1, счет. Спиной, Степ, подскажи, у вас 13. Илюха, через левый фланг пытаются футболисты на подруге что-то придумать. Пожалуйста. Ну, почти вся команда обороняется в нижней. 9 футболистов за линией мяча. Уже 10. Точнее 9. 8 за посту в составе нижнего удаления. Еще одна навесная подача. Ну, кто-то из наших полит на вратаре. Наши футболисты не совсем довольны решением судьи. По их мнению, нарушения правил не было. Все меньше времени остается.
у наших футболистов, чтобы одержать победу в этом матче. 1-1 счет. 5 минут тут осталось до конца основного времени матча. 86-я минута идет. Футболистов ком играл, играет последние 20 после удаления, не прижимается к своим воротам. Больше владеет мячом. А если так и будут продолжать, то вполне могут и забить и второй, знаете? Но как и получить ответную контратаку? 5 футболистов бегут в атаку у нас. Наконец защитник успевает выбить мяч за боковую. Тарасов с мячом. Нет у него особо вариантов, кому скидывать мяч. Залетином отыгрывается. Но поскольку мяч мокрый, это тяжеловато сделать. Мяч вновь за боковой. Нужно, наверное, как-то попроще разыграть. Залетин назад на Куташова. Но Куташов и фолят. Ну, думаю, это не самый опасный штрафной. Давай, хороший, Саша, хороший. Чека, снимай, хотя, да, видимо, по всему будет подать в штрафную. Вратарь на выходе вновь. Играет с мяча. Залетит, в центр смещается. Исаев направо на Тёщина. Тёщин подача. Ремезов один. Нет с ним футболиста. Просто выносит мяч. Куташов грамотно сыграл под давлением. Скинул мяч направо. Залетин. Еще одна подача от Тёщина. Баландец как получает мяч. Ставит корпус. Убирает на замахе. Затяжная атака получается у наших футболистов. До удара пока только дело не доходит. Тарасов Иван стреляет в спину. Тёщин вновь отличная передача на Баландин. Баландин скидывает на Залетина. Под левую смещается, но накрывает его. Залетин, конечно, пока оказывается больше всех с мячом в этой атаке. Наверное, стоило разыграть до конца, раз начали наши футболисты так делать. Без таких длинных навесных передач. И без удара заканчивается эта атака. Остается буквально минута основного времени матча. Вот-вот пойдет 90-я минута. Ближе с игроками! Счет по-прежнему 1-1. Страхуй! Все, блядь! Чего туда? Ты куда шел? От наших футболистов входит мяч в фаут. Тут нужна бровочка у нижнего года замены готовится, но это на добавленное время, скорее всего, немножко время потянуть. Кстати, да, по правилам FIFA должны скоро отменить такие замены. Но пока не отменили, тем более у нас такой уровень. Поэтому можно использовать. Волчок, давай, Дима. Чего? 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 Чего?
Совсем чуть-чуть осталось. Уже в матче, уже идет добавленное время. Не знаю, сколько главный судья добавил. 3 минуты. 3 минуты мне подсказывает помощник. 3 минуты осталось там с вами смотреть этого поединка. Наверное, одна из последних атак Металлурга. Не совсем правильно начинается, немножко затянуто. Длинная передача на Исаева не доходит. И очень грамотно подставляется Сирьянов Иван. Грамотно подставился. Разрывы большие между группами атак. И совсем немного времени только остается на атаку. Крошкин далеко выбивает мяч. Баулин оказывается с мячом. Под лево скидывает. И похоже, это, возможно, был последний. Так, ну ладно, не последний, еще минута есть. 48-я минута добавлена, второй тайм идет. Куда стрелы-то? Перемещай! Ну, будь я тренером Нижнего Новгорода, я бы сейчас сделал замену, но замену не планирую. Замена, Рэ! А нет. Есть! Вовремя замену решил сделать судья. Еще самого дальнего футболиста на бровке. Ну, классика жанра. Добавлено время. Кстати, по новым правилам FIFA футболист должен выходить в ближайшей бровке, а не ему, а не убежать через все поле. Но это опять же время. Дело будущего. Пока такие приемы можно использовать. Вот теперь точно последняя атака, которая может быть. Крошкин на Баулина. Тот скидывает на Ремезов. Ремезов под давлением там защитник. Мяч выносит его, второй последний аут в матче. Тарасов готовится далеко выбрасывать мяч. Ну и все, я вижу свисток у судьи. У судьи. Видимо, сейчас звучит финальный свисток. Да, так и есть. Матч заканчивается.